Если честно, не ожидал, что такие сборы первые, такие хорошие. Пришел новый тренер по физподготовке Стас Ларионов, достаточно опытный игрок, сейчас тренер. И такие новые упражнения. Думал, вначале слегка начнем, а нет, уже втянулись практически в полную силу. Некоторые тренировки работаем. Я думаю, на сборах еще веселее будет. Это как бы все замечательно, все в копилку. Я думаю, физически мы будем хорошо выглядеть в этом сезоне. Чего ты ждешь от нового чемпионата России? Новый регламент, новая формула проведения турнира, спаренные матчи – это хорошо или плохо? Это хорошо. Мое мнение всегда было, чем больше игр, тем лучше. А то бывает по месяцами тренируемся, одна игра, и опять уходим в такой большой, скажем так, отпуск. Чем больше игр, тем веселее зрители, народ будет ходить. Будем радовать, выигрывать обыгрывать команды, и зрителям только на пользу.